Всех приветствую! Сегодня 22 декабря 2015 года. Записываю видео анбоксинг на новый выпуск комиксов «Фантастическая четверка». Конец, 52 выпуск. Вот, приобрел я его вчера. Видео записываю, ну вот как время есть, тогда и записываю. К комиксу мы сейчас вернемся, посмотрим, распакуем и первое впечатление, да, посмотрим, какое будет. А сейчас я отвечу на ваши вопросы, которые вот вы написали мне. Так, привет, Михаил, Илья. У меня к тебе вопрос. Это Ольга Тинякова пишет, постоянный наш зритель на Ютубе. Смотрел ли ты «Звездные войны» и ждешь ли ты 7-й эпизод? Да, конечно же, «Звездные войны» я смотрел, все эпизоды. В принципе, мне вот кто смотрит, да, обычно всем нравятся, которые старые эпизоды, а мне вот понравились более современные, с такой же навороченной компьютерной графикой, и как бы вот по интересу мне они больше понравились. Да, 7-й эпизод будет классный, я думаю. Плюс еще там играет Харрисон Форд, да. Это будет интересно, я думаю. Так. Скоро сниму видео про ходячих специально для вас. Это пишет в комнате лазера. Хорошо, кидай ссылку. Обязательно посмотрим твое видео. Здравствуйте, Михаил и Илья. Советую прочитать комикс «Бэтмен. Лечебница Аркхэм». Сам комикс божественный. Хорошо, если будет возможность, обязательно почитаем этот комикс. Я такую игру знаю, да, компьютерная. Тоже «Бэтмен» в Аркхэме. Если кто играл, напишите, кому понравилась эта игра. Так, вы знаете, что будет официальная коллекция комиксов DC? И вы будете собирать их? Это Дмитрий Михнов спрашивает. Я об этом не знаю. Спасибо за информацию. Ну, посмотрим. Посмотрим по отзывам, как будет вообще эта коллекция. Если будет интересно, то я думаю, будем собирать, если будет это интересно Илье. Потому что я сам без Ильи как бы в этом направлении не буду двигаться. Если он одобрит, то, конечно, будем. Так, следующий вопрос. Михаил, вы смотрели «Мстители»? Смотрели ли вы фильм «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном? Если да, то какой актер лучше сыграл Брюса и Халка? Нортон или Руффало? Ваше видео очень классное, всего вам наилучшего. Это Дима Готс. Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос и пожелания. Да, я смотрел «Мстители», понравился фильм. И «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном смотрел, но очень давно. Какой лучший актер? Ну, я даже здесь не могу сказать. На мой взгляд, наверное, все-таки Руффало. Потому что эти два актера, конечно, классные, но они больше, я думаю, раскроются, раскрыли свой талант в других фильмах, да, вот, например, Эдвард Нортон, он, мне очень нравится фильм «Бойцовский клуб», а Руффало вот недавно смотрел «Охотник на лис». Все-таки такие актеры, они драматического направленности, да, а по комиксам фильма они более такие экшен, и актерская игра здесь не так сильно раскрывается. Поэтому, как бы, и тот актер хороший. Но Руффало мне больше нравится. Так, дальше. Здравствуйте, Михаил. У меня есть парочка вопросов. Сколько лет Илье на данный момент? И в каком он классе учится? Если что, мне будет 13. Я учусь в 7 классе. Предлагаю вам создать программу для про посылки подписчиков. Такие программы обычно пользуются большой популярностью у знаменитых блогеров. Обдумайте и передайте, пожалуйста, привет в следующем видео. Это у нас Константин Подплутов. Передаем тебе привет, Константин. Извиняюсь. Илье сейчас 11 лет, и учится он в 5 классе. А вот, ну, насчет посылок, пока нам не приходили посылки от подписчиков. Если таковые будут, конечно, будем записывать видео, анбоксинги, распаковки и показывать все вам. Так. И передаем тебе привет, Константин. Так, дальше. Привет, Михаил и Илюша. Как ваши дела? Отлично. Выходили уже на новых «Звездных войн»? И какая ваша любимая вселенная Marvel или DC Comics? Мне лично очень нравится ваше творчество. Продолжайте в том же духе. Желаю счастья и добра. С наступающим Новым годом. Привет тебе, Артур. Тебя тоже с наступающим. Нет, мы не ходили пока на «Звездных войн». Ну, у нас
В городе кинотеатр такой не особо, как бы он современный, поэтому, а ехать куда-то не всегда есть возможность, поэтому, наверное, будем ждать, когда выйдет в качестве, к сожалению. А фильм, конечно же, ждем этот «Звездные войны», особенно я. Какая ваша любимая вселенная Марвел? Ну, вот мне нравятся комиксы по Людям Икс. Это мои любимые комиксы. А DC Комикс, ну, Бэтмен, наверное, конечно же. Можно это слово словечко Да, Илюш вставлю? тут подошел как Да, раз. вот. Хочет сказать, что... Мне нравится Росомаха, я уже говорил, да? Вот, и мне нравится еще Фантастическая четверка. И Люди Икс, Ну, да, кстати, сейчас вот. «Фантастическая четверка» как раз новый комикс. Ага. Спасибо на добром слове и вам тоже счастья и добра. С наступающим Новым годом. Так, двигаемся дальше. Здравствуйте, Михаил. Назовите лучший фильм по комиксам. Мой лично трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь». «Темный рыцарь». Да, конечно же. Привет, Артем. «Темный рыцарь» очень классный фильм. Особенно первая часть, да, где сыграл Хит Леджер, к сожалению, который уже покинул нас. Но самый любимый фильм, ну да, тоже, наверное, вселенная Бэтмен по комиксам. Также мне нравится Ну, «Город Люди грехов», Икс. мне нравится. Что еще так на ум-то? Ну да, «Люди Икс». Ну, не «Люди минувшего Икс», да, «Дни будущего. минувшего будущего», правильно я подсказываю. Ну, кстати, что касаемо Бэтмена, мне вот нравятся все-таки первые части, когда снимал еще Тим Бартон. И Ну, мне, кстати, даже нравится. вторая часть мне нравится А мне все особенно. части нравятся. А где вот уже снимался... Жили? Нет, нет, нет. Где снимался Кристиан Бейл. Он, кстати, классный актер, но все-таки я считаю, что роль Бэтмен Бэтмена это ему не не его. подходит. Да, ему Он более больше драматические роли, как бы серьезный серьезные. Да. Ну, не только серьезные, почему был. Он он классический не актер только больше. серьезный, он, кстати, прикольный актер, но я считаю, что он в Прикольный. других ипостасях, так сказать, больше смотрится. Михаил, передайте привет и вопросы. Вы будете покупать Ашет коллекцию до конца? Ну да, надеюсь, что будем. Привет, Никита Добродноров. Так, дальше. Здравствуйте, Михаил. Я тоже собираюсь снимать что-то вроде блога. Обзоры комиксов и то прочее. Что посоветуете? Привет. Ну что посоветуете? Снимай то, что, во-первых, тебе интересно, во-вторых, что о чем ты можешь поведать зрителям информацию, да, какую-то полезную, интересную. Так что снимай, пробуй, что будут смотреть сами зрители. То есть, чтобы и тебе интересно было, и зрителям. А потом уже посмотришь по ходу дела, как это смотрят люди, да, какие отзывы и так далее. Так. Дальше. Здорово, я тоже так считаю. Обзор видео. А, ну здесь уже комментарии пошли. Ну все, тогда это у нас по вопросам. А теперь сам комикс. Итак, приступаем к распаковке комикса, да, долгожданный. Фантастическая четверка. Конец. 52-й комикс, 52-й выпуск. Итак, далекое будущее. Земля неблагодарны фантастической четверке за то, что они подарили им технологию будущего и приблизили золотой век человечества. Солнечная система колонизирована. Сама же команда переживает не лучшие времена. Она, по сути, распалась. Но когда таинственный враг из прошлого угрожает уничтожить все, что было создано с таким трудом, фантастической четверке придется вновь объединиться. Не только ради сохранения их семьи, но и ради спасения целой галактики. Вот такое эпическое повествование будет в этом комиксе. Ну, давайте посмотрим. Комикс, кстати, не сказать, что сильно толстый. Такой средненький. Как распаковываешь его, запах
Полиграфия уже даже здесь чувствуется. Итак, сейчас посмотрим, что здесь у нас будет интересного. Посмотрим, кстати, тираж, как обычно, да, вот фантастическая четверка. Такая вот обложка комикса. Так, итак, тираж 6800 у нас. Вот. Все, кто задействованы в комиксе, да, видите? Сценарий, рисунок, тушь, цвет и так далее. Мнение Марка Лупоя, издатель Панини Европа, да? А вот и сам комикс. Начало. Оглядываясь назад спустя годы, я понимаю, что это столкновение между доктором Думом и фантастической четверкой должно было стать последним. Во время войны мутантов Дум был тяжело ранен. Ему понадобились годы, чтобы вылечиться и восстановиться. В большей степени машина, чем человек. Он выжил ради единственной цели наконец-то осуществить свои безумные амбиции захватить власть над землей. Ну, такой красочный комикс достаточно, да? Так вот. Получается, у нас уже 52-й. Осталось совсем немножко. Будет собрана вся коллекция комиксов, да? Напишите, кстати, в комментариях, кто тоже собирает всю коллекцию, чтобы потом собрать всю фреску, как бы, да, посмотреть. Пора крушить. Ну, такое сейчас пока космическое какое-то, да, начало. Здесь уже более они спустились, так сказать, на землю. Харон. Вернее, планета Харон, да, такая. Хотя здесь вот башня Мирового Конгресса Нью-Йорк. Такое все фантастическое. Да, вот, кстати, здесь уже тоже вот на планете, да, какие существа, мамонты, вон такие типа. Типа каких-то, я не знаю, таких обезьяноподобных людей, первобытных. Здесь уже какие-то фантастические существа пошли, типа а-ля «Звездных войн». И все в таком духе, в принципе, весь комикс. Здесь уже Капитан Америка появился. Отныне каждый, кто будет угрожать Солнечной системе, станет врагом Галактуса. Вот такой Галактус. Офигеть. Кстати, классно сделан. Посмотрите, поближе покажу.
такой в виде галактики, такой какой-то, да? В космосе. Так, ну ладно, там у нас уже концовка близко, не будем ее светить. Давайте перейдем тогда, уже посмотрим саму концовку. Художник вот здесь, да? Алан Дэвис стал звездой индустрии комиксов с головокружительной скоростью. В 1979 году он создал иллюстрации для фанзинов. Или фанзинов. Меньше чем через 5 лет он уже рисовал комиксы о Бэтмене. Вот тоже галерея обложек. Такие варианты. Сейчас посмотрим, кому какие больше нравятся. Вот это классное, вот это классное. Вот это неплохая. Тут тоже сколько их всяких. Галерея злодеев. Виктор фон Дум, Галактус, Кларт Суперскул, Анигилус, Красный призрак, Человек-крот. История, да, вот тоже почитаем потом. Какая-то нитка торчит. Это вот такой комикс. Будем читать. Ну что тогда, всем пока. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Может быть, еще увидимся до Нового года. Всем удачи.